Привет! Сегодня у нас в гостях Ливан Каргалидзе, старый, ну и новый игрок дачи. Он будет сидеть напротив меня, и я сегодня узнаю о нем все. Добарджаба, Ливан. Геназива. А почему ты остановил свой выбор на клубе дачи? У меня поступило очень серьезное предложение от руководства дачи. И когда я играл здесь, мне было все хорошо, мне нравилось здесь играть и общаться с молдавским народом. И поэтому я вот тоже думал, очень много думал и решился все-таки, что приехать. Расскажи, чем отличается менталитет молдавского мужчины от грузинского? Ну, честно, вот я так не могу точно. Ну, вообще-то у нас очень много общего, похоже. Но, во-первых, мы же люди православные, молдавский народ и грузинский, и у нас очень общий есть, очень много. Так что, а так отличаются, ну, в принципе, люди все отличаются от друг друга. Так и я не могу сказать, чем именно, вот, конкретно я не могу сказать. Может быть, грузины вот более вспыльчивый такой народ. Темпераментный. Да, темпераментный. А молдаване, ну, более такие спокойные люди. Может быть, вот в этом. А так особо... Я стал шестикратный чемпион Латвии. Выигрывал кубок 4 раза, это как общий. А так персонально, отдельно я становился лучшим легионером, лучшим полузащитником. И 2 года подряд я забивал гол, который оказался потом самый красивый. В прошлом сезоне «Дача» и «Шериф» вышли в финал Кубка Молдовы. И, как тебе известно, «Шериф» выиграл. Вообще-то «Шериф» очень сильная команда. И, как вы знаете, мы тоже сейчас усиливаемся «Дача». Я думаю, что борьба будет очень интересная. И я надеюсь, и я очень хочу, что как-то мы тоже один раз в финале обыграли «Шериф» у него и выиграли кубок. Это... Вы поверьте, мне доставит удовольствие очень-очень многих людей. Знакомы ли ты со своим соотечественником, который играет в «Шерифе», Важа? Да, конечно. Я знаком с ним давно. Мы даже играли с «Шерифом» в 2001 год. Я играл за «Сконто». Это был кубок «Содружества». И мы играли как раз в финале. Они нас обыграли 2-1. Я очень обиделся после этого. И... Хочу сказать Ваше, что Ваша, мы едем к вам.